Исходя из тех условий, в которых мы находимся сейчас, внешних ограничений, каких-то внутренних ограничений, каким образом выстраивает Центральный банк политику денежно-кредитную, у меня к нему претензий нету. По-разному можно относиться к высоким процентным ставкам. Люди же как рассуждают? ЦБ повысил процентную ставку, соответственно, кредиты стали дорогие, эти издержки по кредитованию начинают перекладывать на потребителя, растут цены товаров, и поэтому у нас инфляция получается высокая из-за того, что у Центрального банка высокая процентная ставка. Основная ошибка в вот этой вот логической структуре, которую мы наблюдаем, меняют причины и следствия. Еще раз, вот эта вот философия, вот эта линия, с которой пытались как раз-таки бороться путем того, что нужно снижать процентную ставку, последствия такой логики мы наблюдаем в Турции. То, что мы наблюдаем сейчас, Центральный банк все делает достаточно правильно. Просто, если в предыдущие годы, когда у нас повышалась резко процентная ставка в 2014 году, в 2020 году, и потом точно так же резко снижалась, сейчас об этом речи не идет. Потому что тогда Центральный банк боролся исключительно с инфляцией спроса. Сейчас у нас еще давляет инфляция издержек. И поэтому сейчас говорить о том, что Центральный банк резко опустит процентную ставку, но об этом надо забыть. То есть не надо, исходя из этого, во-первых, строить каких-то гипотез, пытаться заработать на падение доходности облигаций. То есть вы эту доходность получите, но эта доходность, она будет растянута во времени. Это раз. Второе, что нужно понимать, что очень многие неэффективные производители, да, они будут уходить с рынка и очень существенно будут смотреть на рост производительности труда. И это действительно открывает определенные возможности для того, чтобы в свой инвестиционный портфель включить хороших, качественных эмитентов. Почему я про это говорю? Потому что компании, которые злоупотребляли кредитами, и им за это ничего не было, ну, то есть, как бы кризис заканчивался, деньги становились дешевыми, да, они как бы получали какой-то кратковременный, сиюминутный кризис, и потом все восстанавливалось. Эти ребята точно с рынка будут уходить. Они просто не выдержат длительный эффект высоких процентных ставок. Но при этом нужно понимать, что у этих людей, у этих компаний, у них есть производственные мощности, у них есть какие-то участки с сырьем, у них есть какие-то площади производственные, на которых располагается производство, у них есть сотрудники, которые будут перераспределены. И здесь нужно понимать, что мы увидим очень существенное перераспределение капитала от неэффективных компаний к эффективным компаниям, потому что когда у тебя высокая долговая нагрузка и у тебя длительное время высокая стоимость обслуживания кредита, ты просто элементарно не выживешь. И компании, которые наоборот придерживались достаточно жесткой собственной позиции, развивались за счет собственных денег, сокращали кредитную нагрузку, то эти компании окажутся в фаворе по мере того, как процентные ставки будут снижаться, они смогут за счет более дешевых кредитов как раз-таки поглощать конкурентов, которые не смогут выжить. И это тоже причина для того, чтобы посмотреть в сторону уже сейчас сильных компаний, у которых низкая долговая нагрузка, которые работают с хорошей привлекательной рентабельностью, хотя бы равную ставке рефинансирования или, может быть, даже ниже, там, процентов на 5. То есть все компании, у которых рентабельность там в районе от 12 до 15%, очень интересные объекты для инвестиций, особенно если у них отсутствует высокая долговая нагрузка. Каждый видит свое в текущей ситуации, и лично я наблюдаю в настоящий момент очень большой негатив. Ну, конечно, когда у вас высокая инфляция, когда у вас высокие процентные ставки, зарабатывать становится сложнее. Вы предприниматель, вам нужно развиваться, у вас стоимость кредитования 25%. Но у вас два варианта. Или вы работаете над ростом производительности труда, или вас просто разорвет. В плане того, что вы лишите собственного бизнеса. Условия давления инфляции, которые мы наблюдаем в настоящий момент, здесь очень много еще влияет инфляция издержек. На инфляцию издержек, в свою очередь, влияют те ограничения, которые введены в отношении России. Что будет, если не сразу будет постепенно восстанавливаться то, что было. Да? Постепенно будут восстанавливаться объемы поставки энергоресурсов, например, в Европу. Постепенно будут восстанавливаться логистические связи, логистические цепочки. Не нужно будет многоходовок многократных для того, чтобы что-то ввести или вывести с территории России. Соответственно, все это будет приводить к тому, что постепенно инфляция будет замедляться. Кто-то назовет меня чрезмерным оптимистом. Кто-то скажет, что быстрого восстановления ничего не будет. Но я знаю, что у инвесторов очень короткая память. И если, например, кризис 98 года на фондовом рынке я изучал только по книжкам и со слов людей, кто в тот период работал, то, например, кризис 2008 года, это уже вот моя история была, кризис 2014 года. 2020 года, когда ковид очень сильно повлиял, у инвесторов очень короткая память. То есть любой инвестор, когда получит 100% доходности за год, поверьте мне, там остановить людей инвестировать в акции будет достаточно сложно. Вопрос, где вы в это время будете находиться. Вы будете находиться
находиться вместе с толпой, которая в ажиотаже начинает покупать перспективные акции, которые уже вымахали там в 2-3 раза, или вы сейчас потихоньку, то есть речь не идет о том, чтобы все вложить в акции. Но те уровни, на которых мы находимся, оценка компаний, которые производятся, сейчас не инвестировать, это достаточно глупо. Более подробно, ребята, об этом я говорю, о перспективах российского рынка ценных бумаг, о том, что делаю лично я для своих детей, для того, чтобы обеспечить их капиталом в 1 миллион долларов. На бесплатном мастер-классе, ссылка на него в описании к данному видео, проходите, смотрите. Возможно, у вас будет желание присоединиться и часть капитала своего собственного направить на то, чтобы частично купить акции российских компаний. Центральный банк – это регулятор. Если слишком много денег и не будет товаров, инфляция будет огромная. А они не могут сказать, врать о производителе. Процентная ставка снизится через... Почему это нельзя подготовить эту ситуацию? Ни один производитель не сможет к этому подготовиться. Но давай вспомним наши какие-то панические ситуации. Соль выросла, яйца выросли, гречка выросла в цене, да? Ты можешь сказать производителю: эй, производитель, давай заготовь-ка дополнительно там в 3 раза больше гречки, которую ты там произвел за предыдущий месяц, чтобы удовлетворить вдруг растущий спрос. Но это очень динамично происходит, да? То есть он может подготовить, но у тебя есть логистические цепочки. То есть условно, люди прибежали в магазин, всю гречу вытащили, у тебя проблем нет, ты от производителя можешь еще привезти, расфасовать и выставить, да? Но в моменте ты сталкиваешься с тем, что человек, который там говорит: да ладно, что я на гречку, что ли, не заработают. Но ты приходишь в магазин, в моем случае, да, проблем там с активным доходом нет, ты можешь купить гречку и на 20% дороже, и на 30%, даже в 2 раза. Я прихожу в магазин, ну хорошо, не с гречей ситуация была с макаронами, покупаем определенную премиальную марку макарон, и то есть мы приходим, макарон нет. То есть есть какие-то там отечественные производители, которые не покупаем, но вот ту, которую покупали, ее нету. Ни на 20% дороже, ни на 30% дороже, там, ни на 100%. И поэтому, когда тебе нужно купить макароны, ты начинаешь покупать те, которые есть. И ты влияешь таким образом на спрос. То есть это называется, к инфляции приводит даже не сама инфляция, а инфляционные ожидания. Потому что когда человек считает, что завтра товар будет стоить дороже, чем он стоит сейчас, он идет в магазин и покупает его. Таким образом он увеличивает спрос, и у тебя начинают работать законы спроса и предложения. Все боятся, что завтра это будет дороже, все приходят в магазин, начинают покупать, на полках товар заканчивается. Магазины начинают обращаться к производителю, потому что у тебя одна марка может в 5 магазинах торговаться. Производитель говорит: у этого запрос в 3 раза больше, чем было вчера, у этого запрос в 3 раза больше, чем было вчера. И в итоге производитель сталкивается с тем, что к нему приходит спрос в 10 раз больше, чем он месяц назад отгрузил. Да, он теоретически может увеличить объемы производства, но в 10 раз не может. И вот тут капиталист начинает думать: так я цену повышу в 2 раза. Магазину вообще пофиг. Он говорит: ну в 2 раза повысили, значит у меня пачка макарон стоила 100 рублей, будет стоить 200 рублей, даже 250. Мне же надо зарабатывать. Через 3 месяца приходишь, все появилось, и Кока-Кола появилась, и макароны итальянские появились. Ну, в 2 раза дороже. Таким образом, позвонить центральному банку, сказать: производитель, давай нарасти производство. Нет, это как взрыв происходит. Подожгли, люди прибежали, увидели, и цены, если начинают быстро переставляться, переписываться, у них начинают вот эти вот инфляционные ожидания по поводу будущего, да, они их начинают закладывать. То есть о чем и сигнализирует ЦБ? Он говорит: мы ставку повышаем, мы кредиты повышаем, а людям плевать. То есть у них ипотека стала вместо там 8% стала 22%, ежемесячный платеж вырастает с 70 тысяч рублей до 200, они говорят: да пофиг, потом рефинансируюсь, потом реструктурируюсь, потому что эта квартира при такой инфляции через 10 лет будет в 2 раза дороже стоить, я лучше сейчас куплю. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи.